Всем-всем-всем привет, дорогие мои подписчики! Сегодня мы сделаем обзор парка Буханов сад. Посмотрим, как его украсили к Новому году. Что тут интересного у нас есть? Какие достопримечательности, недостопримечательности, на что требуется обратить особое внимание. Сейчас мы все это подробненько увидим и все я подробненько вам покажу. Вот мы сейчас находимся в Бухановом саду. В Липецком парке. И да, тут нет у нас никаких елок, но зато это требует парк отдельного внимания. Я просто хочу посмотреть, как его задекорировали у нас в Новый год. Такая вот простирается аллея из звезд. Все полностью вот такими звездочками развешено. Там они, звезды, находятся. Вот. Это пока что тут предварительно около входа в него в парк. Итак, перед моими глазами вырисовывается какой-то силуэт. Да, я не знаю, что это такое. Должны посмотреть, наверное, сбоку, чтобы понять, что это у нас. А это у нас белочка. Ой, какая красивая. Да, у нас тут в парке на Бухановом саду у нас тут бегает белочка, поэтому они сделали вот такую вот интересную композицию. Там люди встали, сейчас не особенно видно. Вот здесь вот у нас еще одна фигурка. А что это за фигурка, как вы думаете? Ага, вот мы уже его видим, это олень. Ну, половинка уже не горит, не знаю, что-то, может быть, отошло, а что-то, наверное, уже сломали. Ну, вот такой вот олень, если бы он горел, конечно, было бы еще намного-намного прикольнее. Так, а вот сейчас мы еще видим одну белочку. Вот она у нас тут стоит. Ну что хочу сказать, что фантазии, что ли? Нет, неужели нельзя каких-то было других фигурок поставить побольше? Ну что, это одни белки тут кругом. А там что, у нас будет второй олень, что ли? Ну сейчас посмотрим, поглядим. Вот там дальше еще кто-то вырисовывается, какая-то фигура вырисовывается. Тут я заговариваться аж начала. Сейчас посмотрим. Я вот уже приближаюсь, поближе подхожу. А это у нас кто такой? Маленький олененочек. Попробую подойти поближе сюда. Посмотреть его вблизи, что он из себя представляет. Этот весь светится хорошо. Вот маленький олененок. Вот такая вот у нас тут иллюминация. Вот у нас с этой стороны такой коридор из звезд. Вот, а сейчас мы хотим попасть вот туда, вот пойти посмотреть, потому что там получится очень красивое, такое как звездное небо должно быть. Итак, сейчас вот мы прям уже входим вот в эту нашу такую лобное место. Вот здесь вот оно вот такое круговое, как в лагере. Здесь, я так понимаю, еще будет наряжена елочка, которую я потом засниму в обзоре елок Липецка. Да, вот здесь вот такая у нас красота. Просто супер. Сейчас поближе подойду и попробую посмотреть, как она, эти фонари, будут смотреться снизу. Вот они, какая сеточка. Блин, вот тут я не пойму, уже перегорело, что ли? Я вообще в шоке, что тут все так быстро перегорает. Ну, скоро ее и украсят, я так думаю, красиво будет. Итак, пользуясь случаем, я хочу показать, какая здесь красивая детская площадка. Здесь просто рай для детей и родителей. Здесь просто их только нет, всяких разных развивающих вот этих вот приспособлений. То есть здесь сделали это полностью детскую зону, которая вообще просто не то, что надо ее посетить, а надо постоянно здесь гулять, потому что здесь чего только нет на самом деле. Итак, вот такой вот обзор был парк Буханов сад. Конечно, на улице очень-очень холодно, у меня уже все замерзло, поэтому я с вами прощаюсь. Я вот хотела вам показать, что у нас здесь в Липецке, какие у нас тут красивые места, и в особенности в Бухановом саду. Поэтому подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, буду показывать все то, что мне нравится, то, что у нас интересного есть. Ставьте лайки, и с вами идеи молодой хозяюшки. Всем пока-пока!